Вот, друзья, я хотел бы начать с небольшого прозаического кусочка. Это из моей книжки «Журнал пешехода», который вот сейчас моей радости большой Умка Анна Герасимова выпускает в своем самиздате. Небольшой кусочек называется «Этот век не ушел». Вначале упоминается слово «Анзер», речь идет об острове Анзер, об одном из островов Соловецкого архипелага. На Анзере лагерь, который здесь был, почти не чувствуется. Видимо, все следы старательно зачищали. Остается что-то почти призрачное. Идешь по лесу, вдруг видишь, что из зеленого мха торчит ржавая колючая проволока. Кто-то из наших даже поранился об такую. На берегу деревянные лагерные вышки. На окнах бывших кельи решетки. На внешних, оштукатуренных белым стенах скита, полупрозрачные следы лагерных надписей про величие труда и созидание на благо советской родины. В остальном пространство молчит. Конечно, есть еще воспоминания, которые можно соотнести с местом. Понимая, что примерно из тех окон заключенные женщины смотрели на то, как епископы под самую Пасху по приказу начальства заравнивали песком площадь перед скитом для первомайской демонстрации. В храме из стены торчит железная арматура. Вроде бы здесь был второй этаж, где находился пошивочный цех. Женщины шили кукол. Еще кресты, мощи, иконы новомучеников, но это уже переносит в другой план. А так все зачищено, упаковано в цифры и строчки. В такие-то годы здесь находилось в заключении столько-то человек, погибло столько-то человек. Но это все равно здесь, невидимо стоит в воздухе и отбрасывает тень на все. На острове Свияжск рядом с Казанью я встретил у храма немного поддатого мужика. Он кивнул куда-то в сторону и сказал: «Вон там он молиться надо, там мы их с братом закопали, 900 с лишним человек. Политические репрессии, слышал?» Вокруг нас ходили экскурсионные группы. Люди приплывали и уплывали на катерах. А этот человек сидел на скамеечке перед храмом и держал в себе эту память, потому что невозможно ее отменить. Вот. И я хотел бы начать с песенки новой, которая называется «Шаман идет искать царя». Черных лебедей шторма сорвали якоря. Шаман идет прогнать царя. Все ходят головы задрав, и каждый верит, что он прав. Волков подняли егеря. Шаман идет прогнать царя. К дворцу подходит он и расцепляется кордон. Вот он заходит внутрь Адам. Один бетон и пустота, одни пустые этажи, и в целом доме ни души, и только хохот все зазря. Иди, шаман, ищи царя. Сердце личный страх, и только шепот на губах. И обойдя с дозором Русь, он воротился в свой улус, и рваный бубен отшвырнул, купил вина, ушел в загул. Зон в пыли, его дозваться не могли. Однажды утром молча встал и вверх на небо.
зашагал, за шагом шаг все вверх и вверх, идет искать один для всех, под ним огнем горит заря, шаман идет искать царя. Вот, а следующая песня. Громковато гитара, да, немножко? Голос тиховат. Я прибрал немножко. Лазаря в среду не стало, четвертый день, как он мертвый, его гроб закрыт, его тело смердит, в его доме слезы и стон. Но вот приходит учитель, просит открыть пещеру, и все слышали, как сказал он. Лазарю выйти вон. Все зазирали морды, люди смотрели на небо. И вот Лазарь выходит из гроба, завернутый в белые тряпки. Лазарь вдыхает воздух, смотрит перед собой. Люди стояли молча, люди смотрели молча. Что это? Стал живой. Все задирали морды, люди смотрели на небо. Оно было все таким же, все было как всегда. Кто-то пошел молиться, кто-то понес доносы. Только воскресший Лазарь пошел неизвестно куда. Я думаю, что я вернусь опять к тому, с чего я пытался начать, с чего я начал, но просто для меня достаточно важная мысль. Сейчас я открою еще список песен. Сейчас. Вот. Мне кажется, что вопрос в связи с темой там, 30-х годов, он, с одной стороны, имеет значение мемориальное, там, памятование, а с другой стороны, ставит перед мной личный вопрос, а что это значит для меня, живущего мою жизнь здесь сейчас. И я думаю, что это для меня призыв к цельности. К цельности в мире, который как бы разобран, где ничто ничего не значит, где слова, дела, мысли, чувства разбегаются. Еще мне, конечно, хотелось бы сказать о том, что говорил Володя. Мне кажется, тут очень тонкая есть вещь. С одной стороны,
время действительно, когда за теми, кто прямо выражает протест, просто приходят и сажают. Поэтому тут нужно понимать, что у каждого свои риски. Вот, и кому-то есть что, людям вообще-то есть что терять. Поэтому пусть каждый нас как бы в меру своей ответственности и понимания работает с теми проблемами, с которыми он может работать. Если ты можешь работать с проблемой пыток в тюрьмах, давай. Если ты можешь работать с проблемой свалок, давай. Если ты можешь работать с проблемой воспитания собственных детей, давай. Если ты можешь работать с проблемой, например, кстати, содержания людей в системе психоневрологических интернатов, пожалуйста. И тут как бы много очень полей для работы. Много полей для работы. Вот, про это я хотел бы прочесть стихотворение, которое называется «Болотный житель». «Смотри, он живет на болоте, как будто живет на земле, как будто его не заботит, что все утонуло во мгле. В грязи он копает канавы, чтоб воду туда отвести, прокладывает переправы, чтоб кто-то не сбился с пути. В холодной грязной одежде он ходит и песни поет, как будто сырую надежду он в сердце куда-то несет. И вот как победа над смертью, безумие как торжество, болото становится твердью, от твердости странной его». Следующая песня тоже словецкая, называется «О начале жития святого преподобного Илиазара на острове Анзер». Там на Соловках вообще как-то все совпало. Вот на Анзере, в частности, приходит монах, начинает жить, его начинают атаковать бесы и говорить: «Это наше место». И он их прогоняет, о чем сказано в житии и в песне. А потом, значит, вот эти бесы возвращаются туда же в 20 веке в виде сотрудников Соловецкого лагеря особого назначения и продолжают свои истязания, да? Вот. Но песня именно вот о эпизоде из жития. Чуть-чуть подстроюсь. А святой Елеазар ушел на холодный, ощущение, что зашипело прям даже, ушел на холодный остров, он вырезал из древа крест и устроил рядом келью, приходили к нему. Бесы во валеках различных и говорили ему: «Уходи, здесь наше место, а святой Елеазар говорил: не ваше место, здесь место Христа. Господа моего Бога бесы звали в окно, стучали копытами, стреляли огнем, угрожали смертью, а святой Елеазар жил в труде и молитве, вот приходит к нему Пресвятая Богородица, ты мужайся, ты крепись, Господь Бог с тобою, напиши на стене:
Христос среди нас стоит. Дай мне, Боже, любви, дай мне, Господи, смирения, святой Елеазар. Помолись обо мне грешном. Последние вещи, которые я спою в этом фрагменте, мне расскажу историю, которая мне очень нравится. Мне кажется, да, история такая, значит, рассказываю в воспоминаниях один из людей, который был арестован и находился на Лубянке, и к которому применялся метод вот этих допросов бесконечных, да, которые длится там в течение суток. С целью, чтобы он оговорил себя, он рассказывал такую историю. А в какой-то момент он почувствовал, что еще немного, и он сделает то, чего хочет следователь от него, да, то есть он оговорит и себя, и там, возможно, какой-то еще круг людей. И он рассказывал, что, сидя в своей камере, вот в некотором перерыве, в неком перерыве между допросами этими, или лежа на полу, он начал вспоминать одно из стихотворений Осипа Мандельштама. Просто от начала до конца. Стихотворение Осипа Мандельштама, которое, как и многие из его стихов, посвящены теме эллинства, да, то есть, казалось бы, греческой культуры, греческого алфавита, вот какой-то античности такой стройной. И он рассказывал, что когда он вспомнил это стихотворение до конца, как бы внутри себя проговорил, он понял, что он не сдастся, что он не оговорит себя, он не сделает этот шаг. То есть стихотворение, предмет культуры, предмет поэзии, как ни странно, придали ему вот этой стойкости. Да? Мне кажется, что во многом вот какой-то вызов, который стоит перед особенно человеком, занимающимся словом или музыкой сегодня, это вызов эстетический. Делать вещи, которые свидетельствуют об истине, добре и красоте, причем делать это очень достойно, делать это очень качественно и звонко, и убедительно. И это должно противостоять вот как бы культуре, языку, интонации, которая расползается сегодня, мы это видим. Скажем, связанные вот с этим интонацией доносов, да, которые чувствуются там в газетах, в телевидении, просто в разговорах. Я это чувствую прям физически. Вот это прям для меня фактически телесное ощущение, когда я читаю какой-нибудь текст в газете там, про какого-нибудь человека, который сейчас осужден, и я вижу вот эту прям советскую едкость. Давайте посмотрим на этого человека. А с чем связана его биография? Ах, как же он поступил в тот университет? А дальше происходили очень интересные события. Вот это вот такая интонации, которые можно попытаться противопоставить своей жизнью, своей речью, своим мышлением, своим произведением или своими делами, которые должны быть, мне кажется, которые должны быть цельные, достойные, убедительные. Мне кажется, это очень важно. Вот, и я хотел бы завершить этот фрагмент своей песни, который называется «Стоять». Без руля и без ветрил ты прошел свой девятый вал, и у тебя уже нет сил, хотя ты еще не устал. И те, с кем ты когда-то начинал, давно затеяли свою игру, а ты все стоишь. И стоишь, где стоял, а ты все глядишь и глядишь вокруг. Ты видишь, деревья растут вверх, вверх, видишь, вода с неба падает вниз, вниз. Ты хороший мой человек, я не знаю как, но давай держись. Когда не ясно, куда идти, когда некуда больше бежать. До самой
самой смерти учись стоять, стоять, стоять. И вот всех нас куда-то несет оглушительный новостной поток. И ты пытался понять, о чем это все. Ты пытался понять, но понять не смог. И тогда ты просто открыл глаза, и тебе сразу стало светлей. Ведь это лучше, чем быть против или быть за. И это лучше любых возможных ролей. Ты видишь, деревья растут вверх, вверх, видишь, вода с неба падает вниз, вниз. Ты хороший мой человек, я не знаю как, но давай держись. Когда не ясно, куда идти, когда некуда больше бежать. До самой смерти учись стоять, стоять, стоять. Если стоять, то стоять до конца, стоять, как поставленный часовой, когда рушится здание и рушится сердца, и кружат вертолеты над головой, когда все меняет свои имена, и уже непонятно, кто прав, кто нет. Стоять, прорастая сквозь времена, стоять, чтобы видеть свет. Видишь, деревья растут вверх, вверх, видишь, вода с неба падает вниз, вниз. Ты хороший мой человек, я не знаю как, но давай держись. Когда не ясно, куда идти, когда некуда больше бежать. Самой смерти учись стоять, стоять, стоять.